Она с ребенком там. Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem doi colegi. Și cu Iulia din Moscova, eu și coleg Adrian suntem la Chișinău. Vrem să discutăm în seara asta la microfonul liber virtual despre sensul vieții, sau cum a formulat Oleg tema discuției noastre, de ce trebuie de trăit. De nevoie, Oleg, trebuie de trăit, nu? Pentru că n-ai de ales. Pentru ce trebuie să prețuim viața? Da, am tradus eu greșit. Да, всем привет! Сегодня у нас тема «Для чего мы должны ценить жизнь?». Юлечка, здравствуй! Олег, привет! Это группа поддержки, группа техники и все вместе. И также наши дети, Андрюша. Всем привет! Здравствуйте! Буна сяра! Мы бугур фарти мутка вовет питоц! Здравствуйте тоже всем! Меня зовут Тарапунька. Я новый ваш участник. Я умею развлекать и проверять все нюансы, которые мне могут не понравиться, корректировать и участвовать в ваших собеседованиях. Йоу сун корректор, интуатик, темелевасы, карибафи, инвитор. Ману мес, Тарапунька. Ну, давайте... Да, сентем чинчку, приятели ты. Да, сентем чинч, нас пятеро. Абсолютно верно. Начнем с того, что я предоставляю возможность ваше мнение, потому что так как мне высказали, что я не даю полностью высказываться людям, я даю возможность ваше мнение услышать. Почему мы должны ценить жизнь? Для чего она нам дается? И насколько важна эта жизнь? Вода увоится, спунит свой, пентручи трепся, прицуем вяться, пентручи есы дэши, где принципал пентру но есть вяться. Тут у тебя какой-то философские вопросы пошли. Для чего нам нужна жизнь, для чего нам она дается, в смысле дается. Нас-то вообще-то родители родили, то есть нас не спрашивали, хотим мы в эту жизнь или не хотим. Вот. Абсолютно верно. De acord, dar cred că viața trebuie prețuită pentru că s-ar putea să fie unica, singura. Și deci, dacă nu avem șansa să trăim altă viață, altfel, ar trebui să o prețuim pe asta și să încercăm să-i găsim un sens. Iulia a vorbit numai rusește, că ea e la Moscova, și eu vorbesc numai românește, că sunt la Chișinău. Dar Oleg, dacă vrea, las traducă. Da. Vă почти одинаково сказали то же самое. Voi toți a spus tot aceeași. Amândoi, da. Dar cum voi să cutiți ce este principal pentru noi în viață? Fără ceea ce nu putem să existăm noi? Как вы думаете, а без чего мы не можем существовать в этой жизни? Без чего для нас жизнь могла бы быть? Вообще, мы без чего бы мы могли не жить на этой земле? Можете подсказать ваше мнение? Олег, știința spune că viața noastră e o chestie atât de întâmplătoare și atât de miraculoasă și totul depinde de un echilibru atât de fragil încât noi n-am putea trăi, de exemplu, cu 5 grade temperatura globală mai mult sau cu 50 de grade mai puțin. Deci dacă se schimbă temperatura pe planeta asta cu câteva grade, noi gata, cam toată viața de pe Pământ dispare. Pământul dacă s-ar înclina o leacă cu câteva grade în fața Soarelui sau s-ar îndepărta o leacă de la Soare, gata, viața ar fi pusă în pericol. La fel și noi, temperatura corpului, dacă ne crește până la 41-42, gata, viața noastră e pusă în pericol. Dacă scade sub 35, iarăși viața noastră e în pericol, dacă vorbim numai despre temperatură. Deci noi nu putem trăi fără foarte multe lucruri. Nu putem trăi fără somn, nu putem trăi fără apă, nu putem trăi fără mâncare. După o lună de am cam dai ortul popii. Олег считает, что наша жизнь очень тонкая вещь и очень необычная, и человек настолько слабый, что если бы даже температура воздуха была бы намного больше, чем положено, то уже человеку это уже... для него это уже невозможность бы существовать была бы. И также он считает, что мы без воздуха
без воды не можем жить. Также он считает, что мы не можем жить без еды. Вот. Что-то он про батюшку там сказал. Фересом без сна. Какой батюшку? Фересом, ну, птем. Это к тому, что у вас в Молдове 4%, как сказал, русских, что даже сами молдаване не понимают вообще, что они вообще говорят на румынском языке, потому что половина людей в Молдове, я уверена, где-то 80% хотят, приезжают в Россию и говорят на русском языке, и им даже, когда они приезжают к себе в страну, в Молдову, им удобнее говорить на русском языке, так же, как и украинцам. А то, что вы их заставляете говорить на родном языке, то есть, ну, как бы это ваше право. Юлечка, без чего жизнь еще может, без чего человек может не существовать? Вот без чего ну, он тебе правильно сказал, без еды, без воды, то есть, как бы, без воды человек проживет сутки или двое, я уже не помню по медицинским показаниям, без еды, вообще без еды, там, по-моему, до месяца человек может прожить без еды, без воды и без воздуха, там, сколько-то часов может прожить. Нет, без воздуха можно прожить 10 минут, без воды неделю, без еды месяц. Ну вот, ограничили нашу жизнь, что можно умереть. А без сна, не знаю, несколько дней и уже капец. А спокут, аша у пынолунаши дямону троешти ому, аша десенсибил ел есть. Пэрэ, септамына нуманынч, ну бей дямону подстрои, олуна нуманынч, ну подстрои. Păi fără aer, fără aer sănătos, calitativ, nici câteva minute nu poți trăiești. Dacă aerul, iată, intri în bie și acolo unde se emană dioxid de carbon sau pe lângă o groapă de gunoi te duci și te otrăvești acolo pe loc. În câteva minute, în câteva secunde. Я бы хотел еще очень особенно акцентировать внимание, почему я и создал сегодня эту тему. Вот есть очень много людей, которые падают духом, которые пытаются заняться суицидом и так далее. Они считают, что у них жизнь уже неинтересна, что у них нет смысла для жизни. Как бы. Меня просто удивляют такие люди, которые думают, что решая вопрос на земле суицидом, они могут решить вопрос вообще существования своего. Они не думают о том, допустим, если с точки зрения духовной, а что их ждет там, а если с точки зрения физики, учености, что мы являемся частью молекул Земли, и мы должны приложиться к Земле правильно, а если ты делаешь то, что против природы, то получается и природа не может тебя принять, потому что ты естественным путем не пришел, не приложился к земле, если вы понимаете, о чем я говорю. Сентуаменькари, сукотки, лору чивану я жунжи чивану и плачен вяца, а саши инчеп сисе укупы кусе суициду, ши атунчи и ну сгиндес дин тимпу, дин гынду духовничес, чешти аптепиден шаколом вяца, ши дар дин партия învățați cum îi spun că suntem moleculi și așa mai departe, noi trebuie să ne punem la locul nostru, cum Oleg Brega zice că suntem atmosfer colbul atmosferic, da? A trebuie să ne punem, dar dacă noi am fost de pildă nu corect, am venit... Am zis că suntem praf de stele, așa au zis. Praf de stele, da? Вот. Пыль. Олег утверждает, что мы являемся звездной пылью. Так вот, я считаю, что эта звездная пыль не может приложиться на место. Да, туда, куда она должна приложиться, если человек неестественным путем умрет. Вот, Юля, ты у нас врач. Вот скажи, пожалуйста, вы учили психологию пациентов. Почему такое вот происходит? Из-за того, что это психические какие-то отклонения или из-за того, что это... какие-то принципы человека. Я мотрибат Юлика и медику, что он вот сататики слез. А то есть и проблема психологическая, есть и проблема к ашаому и принципе татя лу, я дика. Я садучила принципе у Алькари. Алло. Oamenii sunt diferit și oamenii percep viața, realitatea, durerea în mod diferit. Юля, мы тебя не слышим. Dar pe ea poate nici nu vorbește.
Юля уже ищет один кадр. Ей на сервисе, акума, на фармации. Она пошла на работу, да. Хорошо, давайте я пока предоставлю вам Амувоум Кадо Музикал. Спечал диспре Вяца. Про жизнь специально я составил вам песню. Для того, чтобы тоже вложить свое мнение в это вашу... в нашу передачу. Украсить ее. Который це пун шипарея мя принкентаря. Здесь привяться о клипы. Будь здоров, Олег. Спасибо тебе, Боже,
Адриан, молодец, только у меня вопрос. Мы передачу дискутируем или в переходе на Рожкановке сидим? Да. Сегодня у нас передача, Юлечка. И я передал свою информацию, вот как вы могли высказаться. Только вы высказались словами, я постарался в песне высказаться. А со себем дискуссия дисприятствующая, ее мам экспримат инкентария. Și doresc să zic că este foarte principal ca noi să trăim, fiindcă noi trebuie să trăim, să mulțumim pe Domnul că ne-a dat viața asta nouă și nu trebuie să ne gândim la rău, la sineucidere, noi nici nu trebuie să dăm așa gânduri, nu trebuie să facem așa planuri, de atât că în primul rând asta este nemulțumirea în fața Domnului. Și în a doua rând, adică nu e normal. Я говорю, что жить мы должны всегда. Мы не должны сами себя настраивать на то, чтобы лишать себя этой жизни. Потому что жизнь прекрасна. Вот как я в песне пел, есть солнышко, есть птицы, есть деревья. Вы выйдете в лес, вы посмотрите, как там красиво. Пойдите на озеро,
Половите рыбу, да можно ее и не трогать. Вы можете посмотреть в озеро, если у вас оно чистое, вы увидите, как они плавают. Вы поймете, что все вокруг вас хочет жить. Вот я часто наблюдаю, когда утром прохожу мимо, иду на остановку на Рожкановку, как Юля говорит, вот там они скашивают эту траву, и вот как она пахнет. Вот нам кажется, что так она красиво пахнет, но никто никогда не задумался, что ей тоже больно, что это ее слезы так пахнут. Вы понимаете, насколько Господь благословил эту землю, что слезы травы пахнут, они благоухают даже тогда, когда мы, люди, скашиваем ее. Правильно ли это мы делаем? Хочешь сказать? Олег, гандак шпи ярбо дуаря, пай хайсы батим кымпи, хайсы аберем. Что, Юлечка? Ты хочешь сказать, ты же тему сейчас про суицид правильно обсуждаешь? Нет, ну, надо... Почему нельзя суицид? Я уже начал вообще говорить, что даже о том, что подчеркнул, что и даже трава хочет жить. Даже она нуждается в жизни, она тоже для нее... Ну, мы люди, которые в здравом уме и твердой памяти, надеюсь, мы-то понимаем, что, как бы, что такое жить, что надо жить, но ты не забывай, что это люди либо с нарушенной психикой, либо с алкогольной энцефалопатией кто-то этим занимается, либо это будет подростковый возраст, когда ребенка никто не понимает, то есть как бы это подросток, он не может родителям рассказать о каких-то своих проблемах. Это очень большая, обширная тема, это тема для, больше всего, как сказать, для психологов, для психиатров. А так, если человек уже отчаивается, то есть как бы, ну, хочет там что-то там сделать с собой, какие-то попытки отравиться там или там повеситься, то есть как бы, то я думаю, что на состояние вот этого аффекта, на этого отчаяния, либо людям не хватает, чтобы кто-то был рядом, чтобы кому-то надо было высказаться, либо когда у тебя наступает такое отчаяние, ты просто, я вот, допустим, ну, у меня мыслей никогда таких не было, потому что у меня есть смысл жизни, у меня есть дети, я всегда думаю, а с кем останутся мои дети, то есть даже, вот. А когда наступает какое-то отчаяние, вот если здесь вот начинают, то денег нету, там как мы плохо живем, там или как мы бедно живем, там или вот ипотека, кредиты там задушили, там еще. Я говорю, а вы посмотрите на людей, допустим, паралимпийские игры, да, или там еще какие-то, как они борются за жизнь, как они без рук, без ног играют в хоккей, в футбол, там еще какие-то. Сейчас я отвечу. Юля Зичик, сын пламени, кари в гор синий учителя со всего купаса, сын пламень, кари ку боль психичи, да, Олег, я коллег традук, кари пати себе лау дупал. Пати фиши депрессия, ну птен си зачем на депрессии боли психика. Дискерари. Периоды, где подросток, как адолесченца, да, либо да, да. Да, аса тут пати сыпровака, аша гындула юратька, дика сау, кынуа меня у мулти дадриам, ну ти мулткяра он куноску для мела дон статусу спонзора для тата киела, ве марик датори. Я в раз воспунка, ну если не шо датори, ну квасты, катусы ти спонзор пентру дынса. Еще ну коррект, Олег. Декорд. Ни один долг, ни что, вот у меня друг, у него отец повесился из-за долгов. Не стоит того, чтобы вы повесились. Вы самые лучшие, вы самые милые, самые дорогие, вы полюбите себя, и вас полюбят окружающие. Если вы сами себя не любите, как могут вас любить окружающие? Если вы не имеете уважения к себе, как они могут уважать вас? Если вы хотите, чтобы кто-то вас любил, так вы сделайте вначале, полюбите вначале вы кого-то. Так вой в лецко свою бязко, чинева пивой, юбиц вой сынгур пиал, чинева, каса нечепица, юбиц сынгур, майды, юбиц сынгур пиду вой, шапой, сынчеркаца, юбиц пиалцы, шатунча сыпринязка, например, да сынчец, чей май джингаш, чей май драч, чей май сынчец уника, пипамент, экземпляр, но сынтец до экземпляры пипамента блац, о сингур экземпляры, сынтец фарти прицуит, что когда я увидел, о фата тинере фрумаса он боет, вреса с испанзор пи меня аста фарти мут манеры, ш 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
Și când încep a aplica, ia ca cum Iulia a zis că sunt oameni care fără picioare, fără mâini și se ocupă cu sport olimpiadic. Da, este, Oleg, așa ceva? Ai văzut? Paralimpiadă se numește, da. Paralimpiadă, ce acolo? Anumități care fără picioare, fără mâini, da? Da, cu dizabilități. Și odată cu olimpiada sau imediat după olimpiada are loc și paralimpiada. Mm-hmm. Apoi, vedeți cât de... Da, încă mai am încă o întrebare la voi. După, spuneți că cineva vrea să-și recapite posibilitatea să trăiască și roagă la Dumnezeu să-i dea viața, dar cineva nu prețuiește viața asta și se aruncă de pe acoperișul și așa mai departe. Eu de ce zic, povestesc chestia asta, că e foarte multă statistică, eu când am început să mă gătesc la tema asta, am văzut că cea mai mare statistică care merge, asta вот cu lucrurile astea. Sau când cu droguri sunt ocupați oamenii, nu înțeleg de-amul ce fac. Și, nu știu, i-aș propune să se uite cu alți ochi. Cel mai bine, dacă nu vreți să trăiți și vreți să vă ușiți, să se ocupați cu suicidul, ia nu mergeți voi în pădure, oleacă. Faceți acolo o colibă și trăiți singuri. A să vedeți, când trăiești singur cu natură, cu copaci. Și când vezi că o animaluță trece pe la tine, un urs îmblă pe lângă casa ta, parcă ți, adică altfel te uiți la viața asta, ți-i mai drag și când dimineața te trezești și soarele te întâlnești și soarele îți duci și seară la sfințitul, mai altfel să înțelegi. Я вот говорю, если вы хотите заняться самоубийством, прежде чем вы это сделать, идите в лес, постройте себе хижинку, поживите одни с природой наедине. Вы увидите зверей, как проходят, медвежата могут пройти, ну, в зависимости, в какой лес вы попадете. Вы увидите, как красиво вас встречает рассвет. Вы увидите, как красиво закатывается солнце. Вы увидите звезды, как красиво они светят ночью. Как луна плавно плавает по небу. И вы поймете все, что жизнь чудесна. И что жизнь не заканчивается. И задайте себе вопрос, если жизнь... Если вы умрете, то жизнь кому останется? Она продолжается, то значит, она живет, она не уйдет, солнце стояло и будет стоять. Почему вы должны уйти и покинуть эту прелесть? Нет, эту в первую красоту? Очередь надо думать, что за эгоизм. Если вы умрете, то вы тем самым обречете своих близких на страдания. Кто-то же вас любит, значит, они будут по вам скорбить и... плакать, то есть как бы, но это люди, которые на это решаются, полные эгоисты, то есть они не думают об окружающих, ни о твоей луне, ни о медвежатах там, ни о лесе там. Кстати, чтобы человек без кислорода прожил не 10 минут, а какое-то время, вот у нас есть такие баллончики, ты им дышал, помнишь? Да, я чуть не умер, да. Ты в гостинице им дышал. Я думаю, что когда ты слышишь птиц, когда ты слышишь природу, это совершенно другое. Это не кислород, в горы можно пойти, там же достаточно этого кислорода. Там вполне в горах, где-то где водопад, там же можно пожить. И ты увидишь, какая, как говорится, какая разница между жизнью, которая вот в городе, и жизнью на, за городом. А декапот сидущий мунс, яка Юля зычка требус айо мультоксиджен ту депил дэши. Да, каса принешт мультоксиджен треб сидущий на мунс, а колосы троешт. Ши асанцелечка вяца куалтфелса диски. Юля, вот ты согласна со мной, что природа открывает совершенно другой взгляд человека, вот жизнь наедине, вот ты как думаешь? Слушай, но есть же существует, если природа открывает совершенно другой взгляд, есть существуют такие сообщества, называется экопоселение. То есть это когда люди, единомышленники, собираются и уезжают, и живут где-то там в степи, в лесу, в палатках, то есть семьями, то есть такие целые деревни, они экопоселения. Они питаются натурпродуктами и живут в экологических обстановках. Ну, они что, кучами живут? Да, они сидут кучами, алти сидут сингур, пустни, факу, килии, штраес. К вам они траес диферит.
Ну, да, поц... кума легендешь, кума и гинеса диски девят, скандалом утрешьте сингурса, а ку... кума жила дивонами. Eu mă gândesc în Oleg, sân. Oamenii sunt diferiți și unii au nevoie de mai multă socializare, alții au nevoie de solitudine, adică să fie singur. Oamenii sunt diferiți și percep viața diferit. Nu poți să dai o rețetă de viață și de moarte pentru toată lumea. Fiecare trăiește cum îl duce mintea sau cum încearcă la întâmplare. Fiecare își ia soarta, viața în mâini. Dacă poate, sau să lasă dus de alții, de colectiv, de familie, ci copiii ce, care stau și schină într-o familie, fie în pădure, fie în oraș, fie în sat, ci copiii ce au de ales, când sunt mai mărișori, deja aleg, dacă se pricep să facă ceva, dacă au învățat ceva în viață. Dacă nu au învățat, îmblă și ca și cu ochii legați sau ca cei nevăzători, îmblă și caută, bâșbâi. Da. Îi dau eu lecții la un nevăzător. În poftim? Vorbesc tamam despre nevăzători cu un nevăzător. Da, ei, dar tu te descurci, tu cât erai tinerel, vedeai, acum ai început să nu vezi, de câțiva ani, nu? În 2011 am pierdut total vederea, știi, dar eu nu mă închipui cum omul care nu a văzut niciodată cum el își vede, înțelegi, viața, idei nu am, я не имею понятия, как человек, который не видел никогда, как он воспринимает эту жизнь. Он не имеет понятия, что такое дерево, ну, может его пощупать, но он не понимает все равно, как оно выглядит. Он не может понять, как эти выглядят цвета. Он не может даже, вот я сны, я когда сплю, я вижу сны. Я их вижу, я нахожусь где-то. Дика, я вот висули, я дика, да, ому карину видящил под сведем вису. Я в магазинске, я моему тауди, аудиал, корректу, Олег? Пробабил, что миросишь, симти, ари маймул ты, но я вем, кити, шасы симти, ну? Шасы ли, ну, иди зволка. Da, nu? Da, avem câteva simțuri. Este acela cu intuiția, cu, nu știu cum îi zice. Avem câteva simțuri, gustul, mirosul, nu? Atingerea și... Auzul și văzutul. Я тарапунька хочу всем сказать, что жизнь очень прекрасна, и что вы должны беречь то, что вам дал Господь. И я очень счастлив, что сегодня такая красивая тема, и что я впервые нахожусь с вами. Вот, видите, какое красивое слово, я знаю. Папа, мама, эти два слова, когда ребеночек рождается, он начинает их говорить. Это говорит о том, что зародилась уже новая жизнь. Я врал с языка, когда купила шасына, сказал, зачем мама, тата, соплимили кувентикари, я ленват, шаста есть и годова, да конфирмари, кысов, а кут алт вяца, ноу вяца. А дико копила шишиной требуется любим питоц, карис есть и пим прижур носом. Ну, я считаю, что если кто-то еще может что-то добавить, пожалуйста, добавляйте. Олег, моя идея Долгачева. Ну, кред. Пати Юлия. Юлия Садус? Ну, есть. Слушает. Думает, размышляет. Юля, вот зыска, ачала кариса сию не учиди, а стоим филди эгоизм. Ел ну сагандеш тя тонч, ничела копи, ничела апропиацилу кайфачку и вадурели. Ел дар ничела падуря мякари ум вид питоцим падури, нишла урсулецури, нишла стилуцели. Ел сагандеш тя ну молоденству. Я перевел, что ты сказал, что люди, которые хотят самоубийством заниматься, что они не думают о моих медвежатах. Слушай, а сколько у вас вообще в группе человек? Какой? Ну вот ты вот собираешь, когда передачу что-то делать, то Виктория ну, была, Катя. Ты же у нас в группе находишься, почему не посмотришь? Ну, я вижу только микрофон Либер 2500 участников. А 2500 есть? Участников, но из 2500 участников участвуем только ты да я, да мы с тобой, да администратор Олег. И я, нас пятеро уже. Да, нас пятеро, абсолютно верно. Мы хотим пожелать так. Юлечка, ты хочешь еще что-то добавить, чтобы я не перепрыгнул опять? Да, я хочу. Да ты не бойся, ты высказываешься. Я просто
Насчет суицида, это такая тема, конечно, щекотливая. Вот, я просто хочу высказать спасибо Олегу Брейди, то, что он тебя поддерживает, и то, что дает тебе высказаться в эфирах, и несмотря на то, что он сейчас такой занятой человек, а тем более сейчас идет предвыборная кампания до 11 числа, то есть ему как бы есть чем заняться, кроме твоих передач про суицид и тому подобное, которые тоже как бы нужны людям. Вот, ну, вот ему большое спасибо, что он находит время, то есть как бы свое время, которого у него практически нету, вот, вести этот канал. Если честно сказать, Олег вообще для всех находит время, если честно так вообще сказать, но это не ценится, понимаешь? Ну, почему это не ценится? Это видят очень многие люди. Он же выступает там на Кураж ТВ, на различные ролики снимает. Он же, люди же подписываются за него, значит, кто-то же знает. И то, что ты снимал на свой телефон тогда поездку в автобусе или в троллейбусе, ты добирался, типа, там сказали, ой, только не надо про Брегу говорить, там кто-то там возмущался. То есть его в Молдове знают как журналиста или как оппозиционера, что, то есть... Ну, то есть, как бы он у вас медийная личность. Просто есть люди, которые не понимают цели его борьбы с законом и так далее, понимаешь? Его цель – защитить то, что, не защи... что люди... на что люди закрывают глаза, а именно власть, понимаешь? А у нас все наоборот. У нас начинают хаять сами те же, кто нуждается в защите. И как можно помочь человеку, который сам тебе кусает руку, понимаешь? Вот, поэтому я тебе и сказал, что не все ценят то, что тот труд, который вкладывает Олег. Mulțumesc pentru laude, eu nu știu ce să zic, nu cred că... Noi am zis că nu se prețuiește lucrul tău care tu își faci. Iulia, ți-am mulțumit că tu își găsești timpul pentru mine ca să... conducem cu așa discuțiile care posibil cuiva și trebuiesc, dar adică eu i-am zis că nu prețuiește la noi lumea și chiar, da, chiar așii care au nevoie să fiu aparați, ei oricum mușcă mâna că ei nu înțeleg că anume pentru dânsa asta puteți face, fiindcă sunt unii care o țin opoziția la Oleg Brega, spun că el e diferite alte cuvinte care nici nu vreau să repet, fiindcă nu sunt de acord cu dânșii. Oleg Brega... В России нет такого гайд-парк, то, что гайд-парк, это названо, как в Великобритании есть такой гайд-парк, когда люди могут высказываться, ну, то есть и у вас в Молдове есть гайд-парк, у нас в России я не встречала, что есть какой-то парк, куда можно прийти, высказать все, что ты думаешь, какие у тебя есть проблемы. У нас может только ток-шоу устроить, и то не все попадают, типа там мужское, женское, пусть говорят, Малахов. Только власти. Чего говоришь? И только то, что нравится власти. И нет, но там тоже социальные проблемы высвечиваются, там то детей бросили, то еще там что-то. Вот, то есть не обязательно какие-то политические. У вас-то больше. Ну и гайд-парк-то, там не обязательно люди должны быть какие-то политические высказывания высказывать, но они могут просто какие-то житейские свои ситуации высказывать, что вот там кто-то в прокуратуру ходил, какие-то непонимания, то есть я слышала, человек там сказал, вот, что его никто не слышит, и тогда он привлекает внимание общественности, а в частности журналисты, это вообще пятая власть. Начнем с того говорить, вот. И журналист имеет право, ну вот в России журналист имеет право входить во все здания администрации, ко всем чиновникам, и они не должны препятствовать деятельности журналиста, потому что если они будут препятствовать деятельности журналиста, это уголовная статья, то есть как бы, нет, если журналист, соответственно, аккредитован, а не какой-то там блогер. Ну, я имею в виду, сейчас же много блогеров развелось всяких разных. А если у журналиста есть аккредитация, удостоверение, он может беспрепятственно посещать любые здания, прокуратуры, администрации, собесы и тому подобное, пенсионного фонда, блин, там. И
задавать чиновникам вопросы, может быть, им какие-то неприятные, но они должны отвечать, на то они там и сидят своей попой. А если они не могут ответить на вопрос, спрашивается, зачем ты тогда сел в это кресло, блин? У меня к тебе другой вопрос. А если у вас так все разрешено, почему же они не сделают гайпарк? Почему не создадут? В чем проблема? Ну, у нас нет такого Олега Брега. Ну, мы можем его пригласить туда. Есть Навальный, но его арестовали. Но Навальный, начнем с того, он не журналист, а бизнесмен. Вот, один момент. А второй момент, он живет в том же районе, что и я, в Одинцовском районе. Мы с ним с одного года рождения, и, в принципе-то, молодость, вот, я знаю его совсем с другой стороны, Женю Навального, не Алексея Навального, не так, как вам преподносят в СМИ, и мы знаем его родителей, как бы... Я бы хотел вот не говорить сейчас о Навальном, потому что у нас тема о жизни. Вот я хотел одну минуточку еще рассказать вам одну историю, что вот у нас есть случаи с людьми, которые психологически... Просто психологически, особенно это часто бывает с инвалидами, бывает со стороны общества, они убивают этих людей чисто психологическими, лишая их возможности права на высказывание, права на действие какое-либо, права на собственную защиту. И таким образом человек также может сгинуть с этой земли. Есть учителя психологики, Адика Кендуамень, Саусов Читатя, Шапаса Пионуом, Шиел Нурезист Кестяс, Шиел Пати Насасасиуню Чида, Дайел Пати Психологика Садука. Юля, вот в медицине есть такой термин, когда человек из-за того, что на него все давят, может психологически просто погибнуть, умереть от этого? Вот бывает такое, мне даже интересно. Психологически не может умереть, он может умереть от депрессии. Депрессия приводит к смерти. А, это из-за этой психологической давки, да? Ну, не только, там различные ситуации могут возникать. Я как Юля, тут медик, шинг, милитар есть и медик. Ну, по симплу, что дзыска, да, когда пасаря психологик есть, идем партия, у Аминилар посибил к шкаде омон депрессия, ши пациенты сдоку деловятся. Ши я обрался в язык, но и у Аминсен тем респонзатор пентру чей че фачим ку апропиатул ностру. Пентру чей че испоним, ку он кувен тот пациент лучи да пивом. Ши не требус, ну, штит, лимба, аста есть он лукру, кари, ши ти лику ешти, да пациенты си те учи да. Я говорю, что мы люди несем ответственность за ближнего нашего и за то, что мы ему говорим, потому что словом ты можешь убить человека, словом ты можешь вылечить, исцелить его душу. Вы понимаете, о чем я говорю? Олег, ты ешь диакорд в умине? Мы понимаем, что ты как маленький принц. Да, știu că cuvântul are importanță și poate face și bine și rău. Nu sunt de acord cu explicația asta a ta religioasă, mistică. Eu nu cred că avem obligații față de un personaj inventat, de Cojica, de Dumnezeu. Și nici nu avem obligații față de ceilalți oameni. Până la urmă ne naștem singuri și murim singuri. Posibil, dar ne putem ajuta unii pe alții, cu cuvinte, cu fapte. Dar iacă eu mă socot că eu sunt obligat să ajut la alt om, dacă văd că el amuia, iacă poate să cadă în apă și să neacă. Eu mă simt că sunt obligat să ajut să-l scăp pe dânsul. Sau dacă el poate să-l dai lângă dânsul foc și el poate să ardă și eu pot să-l scot de pildă, iacă eu sunt obligațiune că trebuie să-l scot de pe foc, din foc ușeala. Eu văd ce să se abiază, văd să iau vizu tonii celălalt. Вот я чувствую себя обязанным его спасти. Или если вот горит дом, и он в этом огне находится, и у меня есть возможность спасти, я вот чувствовал бы эту обязанность его спасти. Вот я не знаю. А если ты плавать не умеешь, как ты будешь его спасать? А, ты знаешь, жизнь такая чудесная штука, что когда ты хочешь спасти кого-то, или вот когда идет речь о том, что у тебя вот побуждение есть, ты сам не замечаешь, что ты умеешь плавать, умеешь летать, умеешь делать все. Вот когда человек что-то хочет и вот необходимо, он тогда забывает, что он не умеет плавать, потому что не может быть такого, что мы не умели плавать. Мы все умеем, просто мы боимся, мы не хотим. У нас есть свои
страхи, понимаешь? А когда человек в этот момент схвачен внезапно, я думаю, что разум и мозг думает тогда совершенно по-другому. И вот как Олег говорит, что мы имеем 6 чувств, вот как раз то 6-е чувство подключается моментально, тогда, когда мы не ожидаем, и она срабатывает. Я говорю, Юля, вот когда я ел, ну, вот, Наташ Кумьёс, Мадукш стал скопиом, а я говорю, вот, кынт тувец ситуация, да? Потому что с диски дящала ашаселя, сенсибилитать ашася, шиту ништиин, под шесенот, шесенот, больше шамади партика, ому кандвре, шикан требу аста, а пил нон целеч дяму сингур чипачи, да крейру держал укрязу сингур. Оле, кому он пронунс ту ситуацию, а скали он пронунс засъел? Ешь дяку откуда? Eu nu cred că trebuie să ne pierdem rațiunea și să credem că Dumnezeu să aibă grija noastră și ne apucăm și să trecem pe apă cum a mers Iisus Hristos. Că eu atât de mare credință am, am auzit că un pastor s-a dus și a zis că eu am așa de mare credință că crocodilii nu o să-mi facă nimic. Și crocodilii l-au mâncat. Deci tu dacă nu știi să înnoți și te bagi să salvezi pe cineva, o să muriți amândoi. Nu îl ajut cu nimic. Eu te duci strigi, ajutor, ajutor. Sau poliția. Am avut în vedere, Oleg, că atunci când tu vezi ceva, apă câteodată, creierul, tu omul își uită situația lui că el nu poate nota. Sunt așa cazuri psihologice. Și el deja cu gândul că vrea să-l scape pe omul și ala, face automat. Asta. Я вот, Юля, вот психологически вот, в медицине существует такое, что человек, видя какую-то вот такую ситуацию, вот как ты рассказал, что вот тонет человек, допустим, да, он вдруг забывает моментально полностью о себе и пытается спасти, и вот в этот момент у него получается это сделать, потому что, ну вот как ты объясняешь вот эту ситуацию? Ну, она я такая... с этой ситуацией ни разу не сталкивалась, но я тебе скажу в обратную сторону только, что у меня, ну, моя сотрудница на другой аптеке, я работала, у нее произошел такой случай, потому что, ну, она уже возрастная женщина, там с ее родственниками, в общем, где-то отдыхали на речке, тонул ребенок, ну, мальчик там, может, лет 10, и ее зять, то есть, как бы, а зять, он, ну, врач, хирург, как бы, то есть, ну, может, он плавать не умел, там, я не знаю, он кинулся спасать этого ребенка, в результате потонули оба, в результате нет ни ребенка, ни врача, то есть, как бы, то есть у человека не открылся третий глаз, и он не начал плавать, то есть как бы. Ну, понятно, я согласен с тобой. Но то есть, вот Олег... если ты не умеешь плавать, я понимаю, что он как доктор там или там из каких-то убеждений, то есть как бы ринулся в воду, то, что спасти ребенка. Но если ты не умеешь плавать, какого фига ты туда кидаешься? В результате это... И у одной семьи потеря ребенка, и у другой семьи потеря мужа и отца детям своим, у жены. Ну, это очень героический поступок, я бы сказал. Но он же не спас, какой-то героизм. Ну, героизм – желание спасти. Он не виноват, ну, так, что он не смог спасти. Так бы была одна смерть, а так две смерти. Олег, как ты считаешь? Юля опус, о здесь при ситуации, когда у фос он каска у Соника он попил, что он медик, и у Руца я жут, что Соника там приона куденсу. А что ж я вам здесь? Ну, трес не пердем рационе, что пентру идеи имагинари с не рискам вяца ностра сау алтура. Да, депил дыши треп, стивуиц кумил Соняк. Стрыть ажутор, си дай он бэц, о крянга чева сал ажут. Chem poliția, salvatorii, faci ceva. А ты, Юля, как ты думаешь, вот если человек не умеет плавать, а перед ним кто-то тонет, что он должен делать в этот момент? Ну, я не знаю, на помощь, наверное, звать. Может, какие-то спасательные средства, там, круги, там, я не знаю, там, веревки, там, не знаю, кидать, там ну, что есть у тебя под рукой, там, не знаю, там, не знаю, бревнышко какое там подавать, там, или как-то, то есть, как бы, либо звать на помощь, то есть, кто сумеет, кто спасет. Спасибо, что перевела, что Олег сказал, чтобы я не переводил. А что Олег сказал? То же самое, что ты сказал. А, звать на помощь? Да, да, он точно тоже сказал про ребрышки, про бревнышки, про... Виктория Спиней.
O comentat cânticul tău, zis că e melodie frumoasă, dar cuvintele nu se înțeleg în direcția auditare greu. Și îi o sfătuia pe Iulia, открывайте сами гайд парк в России, его там нет. Их там нет. То, что его нет в России, мы без Виктории это знаем. Да, да, да. А то, что гайд-парк... Давайте заканчивать уже полдесятого. Что, Юля? Подожди, сейчас я тему должен сказать. Что, Юля? Ну, то, что гайд-парк это английское название. Вот. Он есть только в Англии и в Молдове. Вы ее просветите. Олег, да, отдела Великобритании, винительный гайд-парк, да? Да, отдела Лондра. Avem oarecare unire cu dânșii sau nu? Sau contract cu dânșii sau ce avem? Păi, ce gănești? Este o tradiție medievală de sute de ani, chiar regele au zis în Hyde Park acolo, ia ca în Speaker's Corner, aveți voie să grăiți orice, nimeni nu o să vă pedepsească, dar trebuie să vă înălțați o leacă de la pământ, sui pe o breovnă sau pe o scameică, na stule, na ce-nibud, și găvăriți ce știu ugodnă, можно даже короля критиковать. И оттуда и пошла идея гайд-парка уже во всех, капитале. Столица. Во всех столицах или других больших городах в англосаксонском мире есть гайд-парк. И в Сиднее, и в Нью-Йорке, и везде есть гайд-парк. Поэтому я и подумал, и открыл. Сначала радиопередачу, а потом НПО, организацию, когда передачу закрыли, а потом в интернете и так далее. Пошло-поехало, гайд-парк. А первый раз про гайд-парк я слышал, наверное, в 92-м году или в 91-м году, когда я пытался подавать на журналистский факультет. И я присылал письма в редакции, они опубликовали мое письмо в рубрике «Гайд-парк». Но как раз я критиковал людей, которые говорили в парке на политические темы, да, прикол какой, я критиковал их, но это была рубрика «Гайд-парк», а потом я взял это имя для своих же идей. Дамна Виктория, я вам отвечу, после чего закончится запись, музыка будет лучше слышна и слова, потому что это из-за записи вы не можете все слышать. Тогда я позволю моим детям представить следующую программу, да? Ее пропунла купилаша месяц пуялты передачи Каривафи. Мы приглашаем всех на следующей неделе, воскресенье или понедельник. Тема будет посвящена экологии. Тема Вафи пентру экологии. Что за телефону? Bine, Oleg, mulțumesc. Noi să vorbim despre ecologie. Da. Noi avem o propunere chiar împreună cu Iulia, m-am gândit la chestia asta. Să invităm pe cineva din Partidul Verde să ne ajute nou, să ne răspunde cu, ce, dacă ea se poate totuși câștiga în Parlament, cum ea se poate să ajute nou în țara noastră să înnoiască, с неапери натура. Я говорю, что вот мы с тобой даже, Юля, обговаривали, что пригласить кого-то из партии зеленых, чтобы они нам подсказали или тоже могли что-то рассказать, ихнюю точку зрения о защите природы и какие действия будут приниматься ими в если вдруг они все-таки попадут в парламент, как бы для того, чтобы защитить нашу страну от разрушения, правильно, Юля, экологической вот этой катастрофы, от разрушения, от этой катастрофы, которая приближается к нам ко всем, чтобы очистить воздух и так далее. Вот что они смогут нам создать? Может быть, какие-то заводы откроют? Посибил касадиски донешти фабрич, сауче. Я каждый врез афлем ситуация саши, аж врез авем уарикари умфилди raport la ce stadie este natura, cum eu tot a să gătesc, clar că n-a să dorm, dar aș vrea să vii cineva care chiar tot la care îi doare întrebarea aceasta. Я бы хотел, чтобы обязательно кто-то пришел, который тоже не безразличен к данному вопросу о защите природы, и чтобы тоже могли выступить со своим рапортом.
И еще, что я хотел сказать, Ольга же говорила, что она может тоже прийти к нам на дискуссию, хотела сегодня прийти. Вот можно ее тоже пригласить. Она же из зеленой партии, правильно, Олег? Да, она вице-председатель и первая в списке партии зеленых. И тем более она очень милая. Mm-hmm. Шинкажа. Mm-hmm. И я и психолог, и традукатор, и активист pentru drepturile femeilor. Можешь ей? А вот pentru drepturile bărbaților nu, seară. Pentru că bărbații sunt mai puternici și până acum nu au fost probleme cu discriminarea bărbaților. Nu mai este și bărbații sunt tot foarte discriminați. Ok, aș vrea să o invit, pot să o faci invitare din partea mea, adică cu rugăminte? Bine, bine. Ne-am înțeles. Să fie cineva prezent. Săptămâna viitoare. De-am în luna iulie. Uite, în duminica asta nu o facem? Luna iulie o să fim, Oleg. Noi suntem pe 27 iulie, deci duminica următoare o să fie data de 4 iulie, ziua Statelor Unite. Putem să vorbim și despre America. Nu vreau despre America să vorbesc. Ладно, vorbim despre ecologie. Ok. Mulțumesc pentru moderare, pentru idei. Oprim transmisiunea, da? Că Iulia e ocupată cu farmacia, a venit client, cred că nu știu, a plecat. Amintesc că am fost doi olegi de la Chișinău, eu Oleg Bregaș cu Oleg Adrian Vlad și cu farmacista Iulia de la Moscova. De asta mama Moscovei. Cum o cheamă? Mama Instagram, așa e poriclită ea pe internet. Bun, Oleg, noroc! Bye!